сети появилась новая информация касательно GTA 6. Хей, всем привет, братишки, с вами Азульфат, и вы находитесь на канале Азульфат Сквад. Ох, как же давно я не записывал новые ролики. Сегодня я расскажу вам о самых свежих утечках и теориях о шестой части Grand Theft Auto. Но перед началом данного ролика не забудь поставить свой царский лайк и подписаться на этот канал, если ты здесь впервые. Ролик получился небольшим, но зато информативным. Ну а теперь погнали! Шестая часть GTA 6, несмотря на ее анонс, до сих пор окутана тайнами. В сети буквально каждый день появляются последние новости и слухи о GTA 6, в правдивость которых практически никто не верит, потому что нету официальных данных. Наиболее официальную и, на наш взгляд, похожую достоверную информацию мы публикуем в наш телеграм-канал. Первая ссылка в описании, обязательно туда зайди. Ну а теперь о новостях за последний месяц. Сегодня разберем утечки от одного известного инсайдера. Поведал он нам аж о трех новых сливах касательно GTA 6. Некоторые из этих сливов уже пересекались с тем, что я рассказывал в предыдущий раз. Такое пересечение сливов может указывать на то, что слив действительно достоверен, так как очень много людей об этом говорят. Итак, в игре будет два главных персонажа, брат и сестра. Их родители были убиты картелем в 2003 году. После этого брат и сестра разлучились между собой. В начале игры будет пролог. Локация пролога будет либо в Бразилии, либо в Южной Америке. Именно там нам и поведают историю наших героев. По характерам персонажей, главные герои будут очень сильно различаться. Более того, инсайдер сообщил, что их характеры будут абсолютно противоположными. Это абсолютно разные личности. Брат будет работать агентом в управлении по борьбе с наркотиками. Сестра же, в свою очередь, станет членом преступного картеля. Цель – отомстить за родителей и выйти на тех, кто убил их. В принципе, сюжет довольно интересный. Релиз GTA 6, то есть дата выхода GTA 6, назначена на 2024 год, сказал инсайдер. Также добавил, что новым нововведением в GTA 6, а точнее в геймплей GTA 6, будет являться разрушаемые здания. Уж не знаю, как это реализуют, но посмотреть очень-очень хочется. Также инсайдер упомянул, что основной сюжет и его события будут разворачиваться в Vice City, а также в Колумбии, в Liberty City и в Carcer City. Еще одна интересная новость уже от самих Rockstar Games, ну точнее от фанатов, которые ее заметили. Rockstar Games добавили GTA 6 в стоп-лист чата и комментариев на Twitch и YouTube. То есть теперь на каналах Rockstar Games, на Twitch'е и на YouTube вы не сможете написать GTA 6, ну или же другие вариации названий данного экшена, например GTA 6 на русском или GTA 6 на английском, GTA VI и так далее. Данная новость появилась на Reddit'е, теперь система автоматически модерирует данные сообщения и оповещает об этом авторов. Однако остальные продукты компании, например GTA 5, GTA 4, GTA 3, упоминать не запрещено. Почему такое происходит, представители Rockstar Games не комментировали. Данный запрет вообще непонятен, его не уточнили, и сколько он продлится, тоже неизвестно. Однако это уже не первый раз, когда такое происходит, и когда такое замечают фанаты. Сейчас хотел бы поблагодарить всех моих зрителей за то, что подписываетесь на такой маленький канал. Хоть ролики выходят и не часто, но я вижу, что они вам нравятся и действительно интересны. А ваши лайки под видео действительно дают мне топливо для того, чтобы делать новые. Надеюсь, скоро мы уже достигнем планки в 6000. Большое вам спасибо. Ну а у меня на этом все, друзья. Обязательно залетайте в наш телеграм, ну и не забывайте про колокольчики. С вами был я, Зульфат, еще увидимся. Озаряют мои веки, лунный свет качает реки, надо мной кружит пепел, двигай телом, двигай время. Все покажи, как делать надо, вот так, мой страх, мой враг. Не курю затяг, это был зигзаг, но стоп, но драк, туман, дубак, ван, килл, ван, топ. Озаряют мои веки.